Хант лучше Халим. выкуливает, пусть во тьме. Один, блин, чат не видит, другой РК этот зайти не может. Черная РСК будет на неделе или нет? Нет, у меня БДК. Так, не знает, не считает, что на шаму по или нет. Его есть какая-нибудь. Сам пистол, пожалуйста. У нас фейл код. Ну, фейл я в этот, правильно? Ты мне говоришь? Я просто макросы пишу. Мотал. Чувака такого приняли в гильдию. Trade off, trade in, traders. Поды живьет-то принял. Друзей по аватару. Звук спал, в рейде стоишь. Это кореш Ягера. Напиши. Но его нет в РК.
У вас потом еще будут рейды какие? Да. Рука там. И ВК в 2 ночи. Отлично. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Цирк приехал. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Ты просто сильный протовар и ничего не боишься. Они боятся, за дерево ходят. Или ДПС теряют. Еще откидывает. Ну а так танка откидывает. Зачем это надо? Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но 18. Тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Мошкара, вы опоздали. Рубиновый.
Северное святилище пало. Соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Крик на хп. Инфа, постави хоть меня, то не сдохнет. Ты сильно вправо стоял. Подбегал големом, отдавал крик. Есть у этого демона? Да уничтожат во тьме. Скажите. Майнер с Эмхилом залейте.
паладины, дайте руки во тьме на шамана. На хп, на хп, на хп гемон дал. Даже никто не умер. Насладитесь сполна ее вкусом, ибо когда вернется мой господин. Окей. Угу. Бля, я в этого в танка нахилил, как кукуася. Они ВК. Тут рейд вообще так был нормально, по ДД вообще-то захерячили. Знаю, у меня вар вообще не фуллов. Еще кольцо, блять, это с трэша стрелка на нем стоит. Блять, а вы уже дали? Начисли, отминусую от этого, блять, просвещенного закину на сторону. Ты в прошлом рейде на 100 грамм не получал, что ли? Получал. Так мне его одеть надо. А чё ты мне отдал чешку танковскую? Кому её отдать? Кому нужно? Ты там объяснять просто в конце КД ЕП лишнее снимется и всё. Может, так будет лучше доходить. А пусть сначала правила пойдет прочитает. Ну, короче, я смысл понял. Ходишь одним персом, на него и получаешь. Правильно? О. Я понял. Ну, Войт, а ты Зумаки начислил? Мол, ножанкой, мол. Не в гильдии, что ли?
Я Анко записывал там на данной ИПМ, ходит одним, а получает локо. Да, на локом пусть два раза получает ИП. Приветствую. Давай пошел мне обмен. Руки равнять пошел. Я работаю. Все, я уже исправил. Чего страшного? А за Глен может еще кто? Никогда не послушаю. Метки про слухи далось. Да. Погоди, завтра будет у льда? Ну, а в среду. А во вторник кто льду будет собирать? А, ну ладно, меня во втором будет. Я думал. Ну, захожу где-то в 11. Я могу в среду перейти и собрать 9 часов в ВК. Ой. Ладно, как хотите.
сейчас на шару зайду. Захожу. Нет. Да. Сейчас канал зайдет. Шаманом иду. Мне на пола КД. Могу себе пойти? Либо локом.